Всем привет! Это проект «Другая кухня» и с вами я, Валерия. Друзья мои, вы часто спрашиваете, как мы печем шарлотку. Такое бы казалось совсем простое блюдо, но оказывается, есть желающие узнать, как готовим именно мы. Сегодня будет шарлотка из моей старой записной кулинарной книги. Обычная мамина шарлотка. Самые простые продукты, минимум времени и вкуснятина на выходе. Нам понадобится 3-4 крупных яблока, 150 грамм муки, 200 грамм сахара, 3 крупных яйца, щепотка соли, ваниль и 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Для начала добавим в яйца небольшую щепотку соли и взобьем их до легкой пены. Теперь будем продолжать взбивать и будем вводить сахар. Взбиваем 5-7 минут в зависимости от вашего миксера до растворения сахара и образования такой достаточно плотной пены. Крахмал смешиваем с мукой. И хорошо-хорошо перемешиваем, чтобы распределился крахмал равномерно по муке. Вот так вот яйца взбились. Теперь добавляем несколько капель ванили и муку с крахмалом. Все сразу не добавляйте, потому что яйца у всех разные, мука, влажность муки у всех разная. Поэтому может уйти чуть больше или чуть меньше. И аккуратно продолжаем перемешивать и взбивать. Вот такое по густоте тесто получилось. И сейчас наша задача достаточно быстро порезать яблоки. Яблоки нарезаем произвольно, но я больше всего люблю ломтиками. Вот такими вот. Яблоки можно положить на дно формы, но я люблю смешивать. Выкладываем все в тесто и аккуратно, вот такими складывающими движениями, перемешиваем, стараясь весь наш воздух из белковой массы не выпустить. Тесто перекладываем в форму. У меня форма диаметром 20 сантиметров. На дно я выстелила, положила пергамент, его промаслила и посыпала сверху манкой. Можно даже просто мукой. Выкладываем и отправляем в духовку запекаться при температуре 180 градусов 30-40 минут. Но все зависит от вашей духовки. Они все разные, все везде время разное. Вот такая красавица у нас получилась. Бумага отошла идеально. Все-таки вот, как мама раньше делала, бумагу и манку, и вот самый-самый лучший вариант, наверное. Отходит просто на раз. Все, сейчас она у нас остынет и разрежем. Ну и аккуратненько перекладываем. Она легкая, воздушная, прям невесомая. Чуть-чуть буквально ее для красоты припорошить сахарной пудрой. И то это по желанию. Уж для домашнего чаепития, честно, я не припомню, чтобы мы так делали. Она едва успевала остыть, как уже резали и пробовали. Ну что, попробуем и мы? Друзья мои, ну вот она, самая настоящая шарлотка, самая красивая, самая аппетитная. Конечно, сверху вот эта вот пенка сахарная. Так, сейчас уберу. Вот когда белок взбиваешь, вернее яйца взбиваешь, оно все равно всплывает сверху и становится такой вот сахарной-сахарной. И, честно, она вот такая хрустящая, и это первое, что всегда я съедала в детстве. Вот такая наша любимая шарлотка. Очень. Вот она вот прям по тарелочке ездит, потому что она легкая-легкая, она невесомая. Да, все удалось. Много яблок, нежное воздушное тесто. Конечно, я взяла сладкие яблоки, потому что у меня так любят дети. Если вы любите кислинку в шарлотке, возьмите кислые сорта. И будет вообще великолепно, вкусное вот это вот сочетание. Ох, еще кофеечек. Все, это просто идеальное утро. Честно, рекомендую. Мамины рецепты, они никогда не подводят. С вами была я, Валерия, это проект «Другая кухня». Не переключайтесь, впереди много-много интересных рецептов.